Всем привет! Вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на универсальное зарядное устройство Трофи. Трофи я достал его уже. Трофи модель TR600. Вот такое зарядное устройство. Два индикатора. Можно заряжать любые аккумуляторы. То есть, ну вот вместо аккумуляторов я вот батарейки использую. Большую вот такую вот батарейку можно заряжать. Это у нас какая R20. Дальше вот такой вот LR14. Кстати, тоже Трофи. Дальше что можно? Крону заряжать. Батарейки не рекомендую вам заряжать. Мизинчиковую. И пальчиковую. Вот. Ведь штучки такие на пружинках. Раз. Что зарядка? Вилка обычная, стандартная. И что она выдает? Входящий ток 220 вольт 50 Гц. Так. 1,2 вольта. Выход 200 мА на половинку. То есть на каждую батарейку идет по 100 мА, так я понял. И если крону заряжать, то 25 мА. Два индикатора я сказал. Ну, вроде и все. Вот такой вот обзорчик на универсальное зарядное устройство для аккумуляторов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего видео.